Самые тяжелые знаки зодиака среди мужчин. Не существует идеальных мужчин, и нет знаков зодиака, которые наделяли бы своего обладателя исключительно положительными характеристиками. И все же астрологи подметили, что у некоторых представителей зодиакального круга прослеживается определенная закономерность, позволяющая назвать самые тяжелые знаки зодиака среди мужчин. С ними выстроить благополучные романтические, любовные и семейные отношения крайне сложно. Четвертое место. Последнее место в рейтинге наиболее тяжелых знаков зодиака занимают мужчины-девы. У дев много качеств крайностей. Их незаурядные умственные способности граничат с занудством. Самокритичность – с комплексом неполноценности, верность – с патологической ревностью, терпимость – с крайней степенью обидчивости. С таким партнером вообще было бы невыносимо жить, если бы не его прагматизм и умение сглаживать острые углы в остро-критичных ситуациях. Но опять-таки, прагматизм девы всегда тесно переплетается с выносящим мозг педантизмом. Наиболее сложные отношения в браке переживают пары, в которых две девы. Будучи мастерами аналитических исследований, они способны извести друг друга неопровержимыми доводами чего бы то ни было, претензиями и обвинениями. Главное, обе девы будут правы. Но первая возьмет тайм-аут и уступит женщина, поскольку мужчина-дева большой упрямец и моралист. К тому же, он слишком подвержен всяческим сомнениям в партнерах и совместимости с ними, что делает этот знак лидером среди заядлых холостяков. Более того, внутренние противоречия, самоограничение и затворничество приводят к тому, что мужчины-девы занимают первое место и в рядах импотентов. Вытерпеть непростой характер мужчин-дев смогут лишь женщины со знаком зодиака Козерог, Рак, Скорпион и Телец. А вот со Стрельцами и Овнами их брак обречен на сплошные испытания и семейные баталии. Третье место. Третьими по невыносимости характера в рейтинге стоят мужчины-козероги. Прежде всего потому, что строить отношения с женоненавистниками крайне тяжело. А именно такая репутация закрепилась за многими мужчинами из козерогов. Конечно, они создают семьи, но занимают в них роль надзирателя или тирана. В жены козероги выбирают тех, женщин, с которыми будут иметь наибольшую выгоду, в том числе и материальную, и наименьшее количество проблем. Они не готовы уступать, идти на компромиссы и жертвовать своим комфортом. Козероги жадные на комплименты и похвалу, а вот если критиковать, то они первые. Сами же критику не переносят хронически и носятся со своим самолюбием, как с самой большой ценностью, выдавая самомнение за сильный внутренний стержень, самоуважение и благородство. Есть у козерогов мужчин и другая сторона, они очень чувствительны. Правда, это проявляется не там, где требуется. Они до слез могут расчувствоваться после просмотра «Титаника», но и глазом не моргнут, когда жена будет глотать слезы и обиду от его жестокости в тихом уголке. Порой козероги и сами страдают от своей черствости и мании величия, но только тогда кода понимают, что пожинают плоды своего невыносимого характера. Однако даже это их редко чему-нибудь учит. Сносное отношение мужчине-козерогу удастся создать со скорпионом, а как-то вжиться он может попытаться с девой или тельцом. Ничего хорошего у него не получится в союзе с раком или близнецами. Второе место. Серебро в списке самых сложных знаков зодиака достается мужчинам-водолеям. В брак они редко вступают с большой охотой, а затем, как говорится, живут и мучают возле себя жену. В семье они не просто занимают позицию главы и лидера, а доводят отношения до тирании. И повода для этого особого не требуется. Если такового вдруг нет, придумают. Водолеи слывут большим фантазерами и выдумщиками, они любят подглядывать, подсматривать, организовывать детективные расследования и выносить заключения, которые часто несопоставимы с реальностью. Неудивительно, что среди водолеев наибольший процент разводов. Водолей сначала изведет своего партнера до нервного истощения, а потом пойдет за разводом, утверждая, что семейные узы его порабощали, поэтому сил его больше нет терпеть надругательство над своей чувственной натурой и тонкой душевной организацией. Конечно, водолеям куда комфортнее жить в своем придуманном мире, отрезанном от всего приземленного, но когда они понимают, что и там нужно как-то устраивать быт, готовы немного поступиться своими деспотичными принципами. Однако хватает их ненадолго. Доставать мужчин-водолеев из мира иллюзий, тешить их самолюбие безболезненно для себя смогут близнецы, стрельцы, львы, весы или рыбы. Не удастся водолею найти общий язык с тельцами и скорпионами. Первое место. Пальму первенства заслуженно получают мужчины-раки, а не скорпионы, как ошибочно полагают многие. Конечно, мужчина-скорпион далеко не подарок, но более тяжелым из водных знаков считается рак. На первый взгляд кажется, что раки – самые семейные, добропорядочные и верные партнеры. Возможно, и так, если под этим знаком рождается женщина.
А вот мужчины раки, подчиняясь звездам, категорически не желают нести груз ответственности за семью и быть той стеной, за которой жена за мужем. Раки не умеют преодолевать трудности, поэтому с детства научились перекладывать ответственность на других. Именно среди раков наибольше альфонсов, подкаблучников и маменькиных сынков. Они нуждаются в вечных няньках-мамках и боятся покинуть свою зону комфорта, которые обросли как панцирем. До самой высокой позиции в рейтинге наиболее тяжелых знаков зодиака среди мужчин, раков довела еще и склонность к необоснованной ревности и нездоровому чувству собственничества. Конечно, мужчин раков не обвинишь в деспотизме, как водолеев или козерогов. Но неизвестно, что для женщины лучше – жить, как в армии, или быть вечной лошадью, и быком, и бабой, и мужиком. Если мужчина-рак связывает свою жизнь с сильным духом и характером женщины, то превращается не только в тюфяка, но начинает на этой почве спиваться. Его пассивность усугубляется, а семейная жизнь рушится. Мужчина-рак при правильном к нему подходе может ужиться со многими знаками зодиака, а вот сложного рака смогут выдержать только Дева, Скорпион, Рыбы и Весы. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения, улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.